Международный флешмоб «Пируэдди» начался еще в марте прошлого года. Этот простой, но динамичный танец нужно было исполнить в людном месте и снять на видео. Участие в флешмобе приняли сотни человек из десятков городов мира. Из получившихся роликов составили один большой. Наравне с городами Китая, Австралии, США и многими другими в видеоотчет попал танец Иванова. Всего участие в флешмобе в России приняли более 30 городов. В соцсетях выбрали лучший танец. Интернет-голосование завершилось вечером во вторник. Лидерами в России оказались две команды – Иванова и Тамбова. Лучшего организатора решили не выбирать и поделили победу поровну – на два города. Очень много людей загорелось в данном вопросе. Очень много людей, особенно в Иваново, мы не знали, что настолько это будет популярно. Вот. Спасибо, конечно, всем огромное. Мы поняли, что наш город Иваново очень дружный. Вот. Я надеюсь, что если у нас получится в следующем году снять подобное видео, то нас опять поддержат. Вот. А так мы только за дружбу, Тамбов тоже молодцы, и вообще все города молодцы. Каждый вкладывал свою душу, эмоцию, каждый делал видео так, как он считал нужным, насколько у кого хватило сил, участников, учеников. Вот. Поэтому в социальных танцах за дружбу, а уже организаторы сами приняли решение, кто выиграл, потому что они подсчитывали голоса. Мы старались как могли. Цель была не победа, а популяризация так называемых социальных танцев. Тех, которые можно исполнять всем, без специальной подготовки, вне зависимости от возраста. Совсем скоро, уже 1 апреля, стартует новый мировой танцевальный флешмоб. Ивановцы снова планируют принять в нем участие. Присоединиться может любой желающий. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.